Привет. Лучше тратить все зелья на здоровье, даже если 20, они хранятся, вытаскиваются автоматически. Я в курсе, да. Сейчас у меня где-то около 30 зелий. В данный момент через тюрьму идем на очередного босса, на котором закончили в конце, собственно, предыдущей части трансляции. Кстати, если вы вообще впервые наткнулись на эту запись, рекомендую посмотреть, по крайней мере, Dark Souls 3. Там было и прохождение с челленджем. Вот, а сейчас, во-первых, меня ждет не такой простой путь до босса непосредственно. Потому что я застреваю часто, меня тут ловят. Но это полбеды. Даже не пол, это процентов 5 беды. Основная беда, конечно, это то огромное чудище, которое заряжено молниями и непонятно, как его убивать. Помощью мы не будем пользоваться. Фух, что я о нем помню? Что я о нем помню? Так. Удары с левой руки, удар с правой руки. Есть подозрение, что в зависимости от удара нужно будет уклоняться. О, кстати, у меня хромакей ребит. Сейчас пофикшу, пока не начали. Так. Секундочку. Так будет лучше. Взрыв, если ты находишься где-то вот совсем-совсем близко с ним, то он заряжается и делает своеобразный такой АОЕ. Причем АОЕ хорошо задевает, кажется, от головы идет что-то в этом роде. Короче, сзади, рейндж, если ты находишься сзади, там идет взрыв, он не сильно, он не так далеко достает, как если бы ты находился спереди. То есть, по-хорошему, нужно от этого удара обходить его за спину. Ориентировочно задача какая? Пробуем эвейдить удары либо влево, либо вправо, в зависимости от того, что за удар. Узнаем, собственно, удары его. Не обязательно сейчас наносить хорошее количество урона, главное уворачиваться. Фрок 111, привет. Он клэп дает молниеный, клево. Спасибо. Зион там что-то сорвал сразу. Давайте я найду комментарий. Зион, Зион, где ты? Зион. Опасно, на грани, на грани. Попробуй еще разок. Вот так же тоненько пройтись. Еще здесь есть два таргета. Чардж с ударом. Короче, еще одна проблема заключается в том, что... А, это взрыв. Ладно, давай хилку одну выпьем. Вроде я ловил его, а вроде... Ой, сейчас взорвусь. Да как? Не понял. А почему он по мне не достал? А, вот оно что. Все, увидел. Увидел новый для себя удар с левой руки сверху со взрывом последующим. Блин, какая беда. Нанес по нему два удара. Что мы поняли? Что я понял из этого безобразия? Ничего не понял. Увидел новый удар. Удивился, когда АОЕ не сработал, не достал. Привет, Печалька Мэн. Тяжело. А ищите нового модератора? Да нет. Нет. Зачем нам новый модератор? Воу-воу-воу, полегче. Тут вроде как спокойно пробегается и так. Так, вспоминай. Значит, с левой, точнее, с правой его лапы удар сверху, это с последующим сплэшем. Если замахивается с той же самой правой руки сбоку, то это резкий удар, от которого мне в прошлый раз дважды не удалось увернуться. С другой руки, с левой, в прыжке с задержкой выпад вперед. Ну, прыжок такой и выпад вперед. Все эти удары нужно как-то и выйдеть. Вот, вроде взрыв. А, ну и очерчивается, кстати, рейндж.
ну что. И попробуем сначала просто удары увидеть. Слева. А, да. Двойной удар с одной руки. Ага, и вот он склепнул. Блин, нифига себе. Да много у него всего. Я хотел выпить. Ну, не дали выпить. Ага, и третий удар сверху. Еще таргеты ставятся то на голову, то на туловище. Ни черта не ясно. А где третий? Блин, как вот третий есть? Да, давайте я просто поизучаю его вот таким образом. Фух. Так, двойной удар. Раз, два. Сверху. А, если он одной рукой левой два удара, то это все, это не третий удар. Если левый правый, то будет с левой сверху. Сейчас сверху будет. Ага. Я понял тебя. Опа, 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 опа. Это что такое? Так, а я не могу вообще выпады делать какие-нибудь? Сейчас сверху. Не, не сверху. Я же могу идентифицировать... И просто бить по лицу, не подходя близко. Два и сверху. Нет. Да, Миша, ты смотри уже внимательнее. Раз. Просто двойной, да? Таргет на голову. Вот, сверху. Угу. А только находиться ближе, видимо. Вроде перекатился, вроде взрыв, да? Воу! Этого я не... Не увидел. Это со сплэшем. Да жесть, ребят, просто жесть какая-то. Раз, два. Раз, два, сверху. И не достаю даже до него. Ой, ёп. Бутылки идут. Угу. Это одиночный. Да как? Застрял. Все, просто если сзади тебя... А там я перекатывался вправо, а там... Там это елка. Хрень пока. Пока у меня нет четкого понимания, то, что с ним делать. Сокращать ли дистанцию, обходить ли его с флангов или... Хотя, посмотрите, если мы... Если мы с вами... А поворачивается ли он, продолжая серию? Вот такой вопрос. То есть, делая вот 2-3 удара с левой левой или левая правая левая, он удары подстраивает под тебя? Или... Ну, то есть, направление он меняет или не меняет? Если не меняет, мы можем уйти от удара именно под удар и с фланга его бить, пока он там что-то делает. Ну так, это чисто в теории. Но когда я оказываюсь очень близко к нему, там, во-первых, начинает прыгать таргет с туловища на голову и обратно. Это первая сложность. И типа можно без таргета, но без таргета очень неудобно мне. Мне кажется, сзади самый норм вариант, ничего кроме АОЕшки тебе не грозит. АОЕшка там еще меньше, чем. Но он быстро же отпрыгивает. Мне же сзади, чтобы оказаться, нужно... Прыгнуть под него, возможно, даже два раза. Я пробовал несколько траев как раз прыгать под него. И там начинается реально очень неудобная с точки зрения таргета ситуация. То есть он начинает прыгать, тебя в разные стороны разворачивает. Ты не видишь, прям находясь под ним или за ним, что сейчас будет. Поэтому... Поэтому не знаю. Сейчас, дайте я сейчас еще подумаю. Ударов у него неплохое количество, это только первая фаза. Возможно, во второй фазе просто увеличится, например, скорость или урон, и может быть добавится, точно добавится, как кажется, пара новых. Но, в принципе, что мы знаем? Мы знаем, что есть... если он бьет со своей левой руки, то это 100% одиночный удар. То ли это захват, то ли это клиф. Ну, такой размашистый, медленный удар. Если он бьет с правой руки, то там два варианта.
Больше, чем два. Ну, первый это он оба удара с правой бьет. Второй это с правой, левой, с правой. Если он бьет, в принципе, сверху, с правой же руки, то это одиночный удар с последующим взрывом. Ой, блин. То есть получается, что в теории я должен уходить вообще под его левую руку. Учитывая то, что большая часть ударов у него с правой руки. И тогда вероятность, что я поймаю его, довольно низкая. Надо попробовать сейчас поуходить от определенного типа ударов в определенную сторону. В частности, когда удар к тебе прилетает слева, уходишь направо. С Богом. Вот сразу же. Сразу жесть. Какой-то новый, блин. То ли он меня просто укусил, то ли... Вот это. Взрыв, а у меня медленные удары. А, он не попал. Слушайте, может реально под него просто падает и все. Или это два разных выстрела. Там, кажется, есть не с большим АУЕ. Это объясняет, почему в позапрошлом трае он не достал АУЕ по мне. То есть, видимо, АУЕ есть с головы, есть АУЕ с туловищем. АУЕ с туловища, он дальше бьет, кажется. Да, тяжело, блин. Ну, я попытался поперекатываться от удара. Получил первый же, вообще, первый же удар. Ну, даже не самый первый, а... Точнее, самый первый, но неважно. Там я не уклонился нормально. Но даже когда пытался уклоняться от удара слева вправо, все равно меня достал. То ли дело в тайминге, то ли... Блин, что ж с ним делать-то? Может под него катиться в тупую, наносить один, максимум два удара, а потом уходить с ТОЕ? Невзирая на... Это можно даже делать от без таргета. Давай попробуем так, паркатненько. Вижу. Вот проблема. Сразу. Две. Взрыв. Большой взрыв. Ладно. Не достал все равно. Опять взрыв, но я сейчас не успею идти. А, успел. Тогда давайте, да, за хвост ему просто идти и все. Ой. И, возможно, без таргета будет лучше. Ну, выпей. Ладно, хорошо, уже есть динамика. По крайней мере, он не попадает так часто, как... Ай. О, хорошо. Блин, это плохо. Не увидел я с разворота этот удар. Ай. Ох. Да ё-моё. Нельзя с ним, конечно, размениваться до того... Блин. Ладно. То ли из-за того, что я... Блин, опять не увидел этот резкий удар.
максимум. Окей, хорошо, четверть сняли. В принципе, стало понятно, что... двуручный режим как раз хорош тем, что ты задеваешь его... ну, учитывая то, что он хоть и медленнее, но сверху идет удар. Ты по нему достаешь, как правило. Это раз. Второе, что непонятно вообще, как действует взрыв. То ли я заевейдил его... Что там? Майкер, смотри, пули за счет ХП это примерно пол пузырька. За каждый получает еще 5 пуль. Каждый отнимает у босса 1,50. Может спокойно расстрелять, не подходя вплотную. Бей по обоим задним ногам, будет тебе бэкстеб. Да, разок так я... получилось, но для того, чтобы по ногам бить, нужно таргет снимать. Для того, чтобы таргет снимать, нужно подключать второй стик и камеру управлять. При этом, ну, короче, мне это крайне неудобно. Прям крайне. Видишь, как я со стиком бегаю? Фух. Ой, надо курсор убрать. Да-да-да, можно попробовать именно палат вам побить, но... Ладно, давайте попробуем без таргета реально. Вообще жесть. Я видел, что у него взрыв, но я хотел. Ни черта не вижу. Можно приноровиться, конечно. Ай, не видел ответ. Блин, сколько я уже по лапам его подолбил-то. Ударов, наверное, 8 нанес. Да я же уворачивался, ну. Ой, все. Почти все. Катывайся, Василий. Да ё-моё, все поймал. Так, по задним лапам, говорят. Так я только по задним и бил. Только по задним и бил. У тебя оружие неудобное, ты говорил же это в прошлой трансляции. Что там? Хорош. Maybe цепь лучше. Так я не вижу серьезной разницы между ружьем и тростью. Я и с тростью бегал, и с ружьем бегал. Что это? Ну, нет, ну то есть и там попадаем. Проблема не в том, что как бы оружие не очень хорошее, а проблема в том, что я сам по себе целюсь хреново. Пробуй с тростью, скорость атаки выше. Будет чуть-чуть выше. Но если ты ее возьмешь как альтернативную, то там не сильно будет скорость повыше. Давайте попробуем снова к ногам. Только на этот раз я попробую с таргетом. Мне как-то попроще это было. Возможно... Да ё-моё, я вот... Непонятно... Не, с таргетом, конечно, по ногам. Не, можно попасть по ногам. Вопрос, с какой стороны, как он к тебе стоит. Вот этот взрыв, конечно, он меня очень напрягает.
Я раз за разом пропускаю его дефолтные удары. Раз за разом. Раз за разом. Полный хаос. Да ё-моё. Стараюсь на пофиг там урон нанести. Застрял. Да хорош ты. О, это следующая фаза, судя по всему. Ну, он зарядился, видите как? Взрыв опять. А, я уже. Хотя увернулись. Случайно. А это вот новый удар, кстати, был. Оу! Попал. Ладно, урон наносится, динамика положительная. Не уверен, что мне хватит ботла для того, чтобы его убить. Но... Да сейчас уже должны подходить бутылки как к концу. Запасенные. Да, 12 штук уже. Ладно, добегаем. Припасенные. Может быть, стоит менее фанатично орудовать, когда я нахожусь под ним. Ну, чтобы как-то получше целиться по ногам или... Или не напарываться на взрыв. Все, бутылок на складе может хранить 99 штук. Круто. Это, конечно, хорошо. Так, план. Подкатываемся под... С таргетом. Попал таки, а? Попал таки с собаками. Да, вот сейчас достал. Я вот не знаю, каким образом он... Может, за хвост нужно прятаться. Может, еще как-то по-хитрому. Да, Увлекаюсь ударами. Так не надо делать. Блин. Увлекаюсь ударами, это лишнее. Сейчас тоже лишнее, видите? Ох. Ни черта не видно. Слушайте, я реально мажу, может мне проверить. Действительно просит. По альтернативе. Потому что сейчас я вот намазываю, просто будь здоров. Он прыжке. В прыжке у тебя инвол небольшой, когда попадает на волну. Понял. Ну, там ловить этот взрыв, наверное, надо приноровиться. Сейчас попробуем трость. Я хотел ее переключить во время. Зачем мне факел? Кстати, может быть, он факела боится. Не, не боится, конечно. Тебе не кажется, что идея взять ружье, чтобы драться в мели, немного странная? Ну, я не беру ружье. Это пушка, которая... Да, блин.
Доктор Дрейк. Я объяснял уже, зачем я брал альтернативную версию копья. Для того, чтобы наносить удар не прямо, а сверху, чтобы был больше сплэш. Вот. Ружье-то я не использую. Я использую изменившуюся механику оружия. Так. Хорошо, трость у нас не очень грейжная. Плюс 3. Ну, ладно. Проверим. Урон совсем не очень. Чертами видно еще при этом. Да я же сжал! Взрыв. О, сейчас увернулся. В смысле, отскочил. Сейчас не отскочил. О! Да блин, надо было атаку использовать. Короче, как-то достает он по... С тростью он достает по каким-то частям, которые приводят к... Да, стройся лучше. Если бы она еще грейджа не была. Если бы я еще атаку провел силовую, когда надо было. Ай. Он уже второй. Ух ты. Да я же... Да-да-да. Если бы она еще грейженная была, нормально это просто. Ай! Этот удар я не знал. Короче, сейчас за бутылками идем. Добрый день, добрый. Что-то как-то рановато стремится сегодня. Но сегодня выходной, поэтому... Дамер, а в Message of the Day ничего не написано? Надо будет сбегать. Но, в принципе, что это было? Я взял и сделал пуль. Огненная бумага может помочь. О, привет, Гомер. Здравствуй. Жалко ее немножко, эту огненную бумагу. Мне кажется, зарядов 5, но попробовать надо. Попробовать можно. Но для начала нам нужно на большой мост. И за бутылками. А 4 вон огненной бумаги. Сегодня выходной, ну, вроде да. Сегодня праздник. День России. Кажется. Талисман Голод, привет, Мишкер, пропустил прошлый стрим. Было что-то интересное, стоит пересматривать. Ну, по крайней мере, стоит пересмотреть первого босса. Ну, того, который... Бармаглот. Как бы мне научиться эту бригаду быстро уничтожать. Прям, чтобы совсем подошел, один удар. Да и тех упырей тоже хочется, вот этих двух собак. Как-то пошустрее. Можно с выстрелом, конечно. С такой пушкой, может быть, и не нужно ничего выпендриваться. Учитывая уроны, отжор. Ай. Ай. Да, наверное, можно просто врываться в них и всем. Пузырьки, а я у этого не взял желуд. Еще 3 пузырька, скорее всего, дам.
Сейчас два забега, у нас будет 20 ботлов. Жалко, конечно, что бутылки нужно вот. Так, так, так. Алебарда. Очень похоже, кстати. Копье слэш алебарда. Там еще с подстволочкой алебарда. Можно пострелять. Посмотри. Так, что? Ай! Давай еще разок. Ой, не то, что я хотел. Плохо. Но выжил. 12 пузырьков. Вот любопытно, как мне без метки возвращаться лучше к костру? Умирать-то не хочется. На то же количество душ я же могу... Я же могу на то же количество душ купить дополнительные бутыльки. Там штук 7 за 2 прохода. Поэтому... А, у меня нет, кстати, ингредиентов для того, чтобы трость грейдануть. Вот. Нет. Я там тютелька в тютельку на плюс 5 набрал. Опять не туда. Надо вот сюда вот и прямо. И желательно все-таки выпить. Чтобы... Ну, вот этот таргет, который не ставится. О! Два пузырька за него дали. Отлично. Тоже надо убивать. И налево, кажется. Да. Вполне возможно, что у босса будет еще и следующая фаза. То есть я во второй фазе не увидел... То есть увидел несколько новых движений, но их как-то... Не запомнил. Может быть, это старое движение с добавленной анимацией молнии, в принципе, похоже. Ну, не знаю, что там дальше будет. Для начала нужно, да, попытаться понять, как уходить стабильно от ударов. Как... А, если бы я сел на костер, интересно, воскресли бы мобы? Обязательно ли переходить сюда? Эту атаку нужно делать. Как только он гасится, там, падает, надо подходить и наносить ему этот сверхурон. Обязательно. Ну и понять хотя бы, в каком направлении махать этой трости. Понятно, что там урон не очень серьезный, но вот когда он попадает в определенные места... Вроде как по задним лапам. Но и по задним лапам я вот бил довольно много. Вы сами видели, копьем слэш алебардой. И ничего такого серьезного из этого не получилось. Ничего себе, ваншот просто. Просто ваншот. Надо его практиковать, этот самый ваншот. Блестящие монетки начали давать. Кстати, блестящие монетки это так же, как в DS. А, это обратный путь помогает найти. И не там. Мерлинз. После Bloodborne я собираюсь проходить Warcraft 3. Уфа. Может реально с этим сильным ударом заряженным встречать? Просто и все. Как бы дистанция конская. Уходит с двух ударов, да? А вот найден способ. А если говорить чуть посерьезнее относительно следующего прохождения, это, скорее всего, будет Ведьмак. Я там не удержался. Джус сегодня посмотрел чутка. Спойлерил себе какой-то квест. Вообще изи. Фу. Так проносит. 4 бутылька. Ой, 6 бутыльков за такой пробег. Уже 20 с запасом. Осталось только потратить души на еще полдюжины бутыльков. Да куда ж тебя несет-то все время? Ведьмак 2, я думал, готика. Я думал, либо Ведьмак, либо Командос, либо готика. Но тут как бы... В Ведьмаке графон покруче.
Да и готика никому не нужна. Кроме троллей. Ладно, пулик тоже возьму. Пульки пригодятся. Халявные эти. Этот фарм бутылок. О, у тебя что? Еще пузырек крови. Хороший пробег. Когда экшен закончится, я по Варику соскучился. Message of the day. Попробую прочитать. Камойер говорит, я не тролль, совсем не тролль, но вот ни капельки. Я знаю. Я не сомневался. Тебе уж точно. Так. Так, так, так. Было бы, наверное, лучше, если бы я понял, как вот с этим оружием пробивать его. По какой части нужно попадать, чтобы... Чтобы попадать. Твори магию активировал премиум на канал. А я побежал на босса. Помнишь древнее прохождение Warcraft 2 Beyond of the Dark Portal? Нет, там не of the... Ну, по ту сторону портала, да. Не было закончено, как не было закончено? Я думал, мы прошли по ту сторону портала. Серверчок-то прикупили, да? Даже два. Но один плановый, другой как раз дополнительным. Главное вот на этих не попасться, а то сразу минус большая часть хп. План какой? Да тот же самый. Давайте. Уклоняемся от ударов. С богом. Вот, вот это вот, конечно, прыжок. Он меня... Вообще нормально зашел. Лучше не уворачиваться пока... Так, когда он прыгает, лучше от него, а не под него. Удар справа клик. Удар справа короткий вроде как. Удар слева. Один, двойной, тройной. Сверху. Сверху. Могу умереть. Выпил. Во-во-во-во-во. Чардж я тоже не знаю, как он висит. По мне так еще я недостаточно. Я не узнаю его удары. А если узнаю, то не уворачиваюсь. Вот. Наверное, надо было по голове его бить просто. То есть нужно сверху проходить. Вторая фаза. Треть хп сняли. Три удара где-то можешь сделать без... Что это? Еще заряд? Блин, ну что ж такое-то, а, со мной? Так, здесь увернулись каким-то или отступили? О!
Короче, я не делаю удары. Надо было... В очередной раз я косячу. Давай-ка сделаем огонь. Да ё-моё. Это урон. Давай, не так много осталось. Опять я под него. А помните, я говорил, что под него прыжок не надо делать, если он у тебя прыгает. И во второй фазе у него урон побольше получается. Я не зафиксировал урон с руки с огнем. Если кто-то увидел разницу между обычным ударом и тем, который был уже после бафа, напишите, пожалуйста. Блин. Ну, ладно, сейчас мы его два раза уже довели до кондиции, когда он упал, и можно было там нанести ему приличный урон. Я до сих пор не понял, каким образом он... Ну, мы его валим, то есть куда нужно бить для того, чтобы было счастье. Да ёпперсете, вот стики, я так их люблю. Мы помним, а ты? Я нет, не помню. Я же говорил, что не помню. Так. Давай сейчас посмотрим. Кажется, урон с руки был что-то вроде 88. Не бафнутый. Хотя я, скорее всего, могу ошибаться. Давай. Вперед, назад. Таргет спадает сразу же, клево. Не знаю, откуда мне это желание наносить урон. Ой, как же ты тратишь бутылки, а? Застрял. Да ё-моё! Все понятно. Да я слишком много пропускаю ударов. Вот сейчас вот я хотел перекатиться. Надо чуть раньше это все делать. Чуть раньше, Миша, блин. Чуть раньше. А, давайте ориентироваться на прыжок по его крику. Потому что сначала идет крик, потом прыжок. Вот. Я даже не знаю, где у него впереди, где сзади. Клево, это клево. Давай. Вторая фаза. А взрываться он будет? Не, не взрывается. То есть можно его на этом моменте еще заряд. Да как? У него же вроде чардж был не такой конский. Ни черта не вижу. Да-да-да. Надо раньше. Вроде как взрыв идет чуть ли не одновременно с этим. Ты ему подзарядку сбиваешь, когда он хочет взорваться, и он падает. Ты ему подзарядку сбиваешь, когда он хочет взорваться, и он падает. То есть надо типа бить в то... Кажется, мне казалось, что просто совпало так, что... Он начал чарджиться, а я в этот момент продолжал бить и нанес урон как раз под эту атаку. 15 бутылок осталось, увы. После перезарядки 10% урона. Ёпперсете. Ясно. Мне и так-то от него урона хватает, если честно. Прям вот хватает. Чёртовы стики. Ладно. Бумагу пока-то не трачу. Опять. Вот опять. Я вижу его удар. Я делаю перекат, но делаю это поздно слишком. Сейчас тоже был вроде как... А, слушайте, может быть я... Нет, все нормально. Ай, забыл. Ай! Да твою ж медь. Не-не-не.
А, это типа подзарядка уже у него была на этих камерах. Блин, может вообще в бок куда-то уходить? Не, под него надо уходить. Под него. Только раньше надо уходить. Постоянно идти, наверное. Да, я даже не успел. Опять же, если ты находишься под ним и не было никакой... Ну, то есть прошло время комбо его. То... Высокови... Блин. Не, ну вот, пожалуйста. Вот тут. Он заряжался, я урон наносил, но он все равно взорвался. Он заряжает заряд грудной клетки, если нанести его в грудной клетке определенное количество урона во время зарядки, он падает. То есть грудная клетка, а не ноги, да? Грудная клетка. Если это реально урон по грудной клетке, то надо ставить таргет не на голову, а на грудную клетку изначально. И оказавшись под ним, работать только по ней. И брать более ДПСное оружие. Ой. Ошибка. Ладно, сейчас еще один забег на 6 бутылок. Но уже с алебардой. Попробую сконцентрироваться на таргете на туловище. А есть, кстати, у нас опция не переключать таргет вообще самостоятельно. Автоприключение цели выключено. Автонастройка камеры. Автоматическое отклонение камеры от стен. Ну, таргет периодически скачет. То есть он... Не знаю, как это... Как это, почему это... Ёпрось, это я сейчас остался бы у этих... Тюремщиков с мешками. Каракатицы выпишите, пожалуйста. Банчик краткосрочный. Так, таргет на тело. Это не достает, если не все. Понятно. То есть, видимо, с этой, с... Ёшки-матрёшки, никто не видит. Опять на голове был таргет. Хорошо, допустим. Допустим, я иду так и бью по туловищу. Не хватило урона, очевидно. Чё я лезу по нему? Так, давай-ка огненную сделаем для проверочки. Ладно. Впиваясь напоследок. И зажали меня. Все три удара поймал. Так, ну, значит, понятно. Трость здесь хороша как раз тем, что бьет, видимо, вверх. Чё-то звук глухой стал на стриме. Да как так? Да вроде ничего не менял. Вообще ничего не менял. Отверткой в ухе не ковырялся, то мне все ок. Есть, кстати, опция просто переключиться на... Ну, пойти дальше там поисследовать. Заодно, глядишь, там бутылочками разживемся. Какими-то ингредиентами, например, чтобы... Чтобы, да...
Ох, этот сильный удар. Да-да-да. Там лута много, я сюда не ходил. Была тоже хороша, в шорт-моде им нанести можно много урона. А, пила у меня на ловкость есть, но мне не хочется третье оружие брать сейчас. Убиваю этих с мешками и свинюк, с них дофига душа, свинок банки. Да, сейчас попробуем просто поменять. Давай, друг. Хреново. Вообще, убивай. Убивай, говорили они. Убиваю. Но они очень плотные. Хорош. И сколько с них бана падает? Два сколько кровавика. С них вот у меня почему-то всегда падали исключительно ингредиенты. Хорошо, выстрел. Можно будет быстро нафармить. Угу. Что же мне с тем боссом-то делать? Ну, ладно. Динамика все равно хорошая. Поехали. Давай. А че я не поймал его? Вроде так задержал уже. Ладно, давай, поймай. А, это короткий удар, типа. Блин, какая грязь. Вообще, а я жал. Они сами все простые, на два репоста. Ну так надо, видишь, как я промахиваюсь репостами. Так, поехали. Ага, нога еще. Блин, не нравится мне все это. Сейчас нормально репост пошел. А, это был короткий удар с руки, я понял, в чем проблема. Два одинаковых осколка кровавика. Ну, это на грейд. А что тут оставили? Начни ритуал, алчут дитя крови. Найди ребенка и прерви его истошные вопли. Какая-то записка. Не вариант силы в статы переключать, перекачать. Нет, не вариант. Ну. Да, вот эту вот ногу я очень часто ловлю. Очень часто ногу ловлю. Ну. Понятно. Если удар сверху, точнее, прямо рукой, то он короткий. Если он, кажется, он снизу идет, или сверху, вот, замах такой, то он долгий. Потому что без репостов этих тварей очень долго убивать. Фух, а патроны, чтобы не кончались, можно их просто вот делать их вот так вот, и все. И, кстати, зря я на лестнице с ним дерусь. Да твою ж медь! Но на лестнице не срабатывает репост. Вот в чем дело. Поэтому я должен был от лестницы отойти. Бим. Нет, я не слышал даже про новый прей ничего. Фух.
Может быть, даже надежнее его именно сильными ударами. Потому что дистанция он позволяет. Да, она сильными ударами. Вообще отлично. Да твою ж медь! Аджор хороший очень. 5 осколок кровавика. Отлично, бутылки пофармили, да, Ильдар? Очень хороший выпад. Вообще безопасный способ его убивать. Ну, почти. Нет, нет, нет! Ой. Да. Если прыжок, то это до свидания, потому что ты со своим заряженным ударом сделать ничего не можешь. А, я еще же души там оставил. Чуть больше косаря. Он же сказал, что с этих парней души, а с бутылок... А бутылки со свинюк. Со свинюк бутылки? Свинюк это... Кто ж так репостит? Свинюки это порося, который огромный. Воу-воу-воу. Но урона, кстати, эта штука не наносит. Можно после его удара начинать заряжаться. Да блин! Я кнопку перепутал. Просто перепутал кнопку. А за них 1300 дают. 1300. Да блин! Хороший выпад. Хорош. Правда, хп нифига нет. Но да, души очень быстро накапливаются. Я здесь... О, я же здесь был. Ё-моё. Реально, я же здесь был. И этого убивало, этих двух убивало. И выходил на улицу. Блин. На улице, конечно, как раз порося, из которого выпадает много бутылок. Кто-то топает. Там много народа. Без бутылок. Можно вернуться, десяток бутылок купить просто за счет того, что вот души получили. Ох, это бом-бом, конечно, бом-бом. Как же быть-то? Да еще наверх, наверное, как-то можно забраться, да? Нет, просто бутафория. Вниз спуск туда же. Ладно, давайте. А что давайте-то? Бутылок закупим. Во сне охотника. Что надо с боссом делать? Максимум, ну, я смогу, например, сделать плеточку скоро еще плюс 4, чтобы урон повысился. Могу хелпера призвать, но это не наш метод. Поэтому... Могу пилу грейдануть. Хотя, наверное, не стоит. Да, кстати, так получается быстрее бутылки получать. Если ты тех упырей убиваешь... И с них двоих получаешь 10 бутылок по деньгам. Не 10, ладно, там 2700 получаешь. Убил пса? Не, не убил. Что с боссом делать? Предлагаю просто убить. А, если бы, если бы. Надо... Мне нужны бутылки, больше траев нужно. Ну, чтобы обойти просто для начала. Я здесь его не обхожу. Ну, из-за лестницы я его тут не обхожу. Хорошо. Да, плохо. Да твою ж медь! Как он достает-то, а? Это просто жуть. Просто жуть. А вот второго надо все-таки попробовать после первого же удара... Обойти и сильным ударом его бэкстебнуть.
и добить. Да, почти. Вот что ты не добил ты его? А не добил он его, потому что с копьем вперед пошел и оказался не с той стороны для бэкстеба. Дмитрикс, привет. После кровоглота поймали мужики. Что там? Ты руны Кэрилла еще не открыл? Кто такой Кэрилл? У свиньи снаружи 8 бутылок. Блин, клево. Клево, конечно. Свинья богата. Ай! Ну добей, добей, добей. Чтобы хпшечка восстанавливалась, надо было добивать. У него мои души. Отдай душу. Ну, добро. Что за свиньей предлагаю сходить, раз у нее действительно бутылочки есть. А свинья там вообще не очень, как воин. Если найдем способ до нее как-то быстро, ну хотя что там, пришел, спрыгнул сверху и профит. Или обошел. Там вроде псы на тебя не агрятся. Или агрятся. Я свиней вижу, а этих... Эй, ну дай добить. И прям 4 пузырька крови у нее. И 7800. В принципе, можно сейчас еще 20 бутылок купить. Довольно быстро, да. Их значительно быстрее здесь получают, чем на мосте. Несколько более рискованно, но если приноровиться, да, можно получать. И. Что же мне еще сделать-то, а? Привет, миски. Миски. Там еще одна, говорит, свинка. Да? Пробегу. Посмотрю. Что да как? Ой, как я в Warcraft вообще сегодня буду играть после джойстика? Неудобно. Двадцать один пузырек. 16 текущим прибавляем. Не, ну это уже дело. Это побыстрее, значительно быстрее. Вот это лол, конечно, миску миской назвал. Да, как я мог? Как я мог? Когда ты слышишь топот, эта свинка ходит, просто иди на звук, она ближе, чем та, которую ты убил. Понял. Да, я не увидел. Я не увидел. Молниевая бумага. Ну, хотя она против босса-то не поможет. Ну и ладно. Да я же жал! Я реально сжал. Да... Нифига себе. Ногами, руками, всем чем только можно. Фух. Это сажать вообще может, если захватит. Я, пожалуй, одну хилку все-таки юзну. Не дается забрать камешек, потому что не хватает. Там уже, видимо, 120 камешков у меня этих. Топот, топот и свинка. Одна ближе. Может, она справа вообще? Я здесь ходил, только одну свинью видел.
Охренеть, еще у меня джойстик завибрировал, знаете, как страшно было. Я пропустил момент, когда свинья на галоп перешла. Такая дичь. Тык-дюм-тык-дюм-тык-дюм, такой хряк на тебя здоровый несется. Напугал ее Каламане. Слушай, ну я сам, в общем-то, переживаю. Да, конечно, самое время было. Да как так? Слава тебе, Господи. Так, кстати, два одинаковых еще есть. То есть еще один, и можно будет прогрейдить трость. Мелочь, конечно, но... Наверное, не стоит жалеть. Добей. Конечно. Вообще найс! Вот что ты пошел добивать-то его, Господи! У тебя там души лежат от двоих предыдущих. Привет, Мутон. Спасибо, я икать перестал, не надо так больше. Да. Факло. Ну басты. Не воспитали тебя должным образом. Позорище. Ё-моё. Ой, поймал. Фух. Много душ я потерял уже. Ну, то есть, как много? 2700? Нет, даже больше. 2700 плюс еще 1300, там сколько-то, 68, что ли? 76. Собаку убил? Не-не-не. Я вот с мешковыми пацанами не могу справиться. Про собаку. А чё таргет упал? Хорош. Сейчас нормально. Взяли, забрали, пошли вперед. О-о-о. У них колдунство, вот эти вот все. Они... Они урон не наносят. Фух. Фармила 666. Но я... Понятно, что... Опа. Понятно, что не очень. Фармила. Камешек. Да, опять камешек. Придется мстить свинье, потому что нужны бутылки. Нужно найти ее подругу. Подруга свиньи. Выбежал отсюда. Чардж. А чё таргет-то спадает? Скажите мне, пожалуйста. Ну, отлично. Просто отлично. На-на! Ой, там, кажется, вторая побежала. Вон она. Ничего себе. Четыре пузырька. Воу! Дай пристроиться. Надо так добьем. Да, по 4 бутылочки. Убиваются они довольно просто. Так, 9 косарей, еще опыт сверху дали. Да, это место значительно более
выгодно в плане получения бутылок, чем традиционный мост. Да, 10 кадуш. Ой, что... А, ну это камешек. Пора, наверное, снова на босса бежать. Единственное, что так мне не хочется умирать. Но, видимо, придется. 10 кадуш, это на один левел только. Я, наверное, потрачу на бутылки. Хотя, бутылки это временное, а вот левел это надолго. Надо проверить еще, может быть, мы все-таки с вами прогрейдим трость. Может, хватит осколков. Нет, не хватает. Еще один нужен. Один кусок двух одинаковых осколков. Пилуштык. Ну, пилаштык, слушайте. Пилаштык круче, чем трость. По урону. Она медленнее. Пилаштык. Ладно, я сделаю пилуштык. Плюс 2 и плюс 3. Попробую еще накинуть туда что-нибудь толковое. Урон весьма неплохой. Ну, он 109, тут 99. Модификатор, правда, похуже. Из-за того, что D и, в общем-то, B. Фух, ладно. На всякий случай есть так, сменное оружие. Причем, наверное, стоит сразу поставить именно пилу-штык. Ну, мы ей пользовались некоторое время. Я буду с тростью. Так, ладно. Распределить отголоски, может быть, левел все-таки повысить, чем... Левел как раз один на все души. Первый кап по жизненной силе или первый кап по ловкости можно попробовать... Сделать стойкость для более продолжительной серии, но мне не кажется, что это нужно. Не, короче, надо бутылки закупить и не париться. Да, вот 4 штуки. Все, с одной стороны бутылок много, с другой стороны они, скорее всего, все закончатся. Поэтому нужно аккуратно, аккуратно босса убивать. Работаем. Я тоже так думал, застрял часа на 3 в этом месте, фармил на все что угодно. Фармила. Парик рыцаря. Но так много неопределенности для меня в этом боссе. Я не знаю, что с ним делать. Пистолет не нужен. Вроде как нужно атаковать... То ли тушку, то ли не тушку, то ли ноги. Сколько атаковать, когда атаковать, ничего не ясно. Но главное для начала определиться с перекатами, уворотами и с общей стратегией. Ну, я точно понимаю, что не буду там как-то принципиально все менять. Хочу ставить таргет на пузо и пытаться... оказаться под ним. Хорошо, начал очень хорошо. Только вот сейчас было слишком далеко, чтобы... О! Блин, и реально по нему никак не это самое. Слушайте, неплохо я. Ну реально неплохо. Уже треть хп, он один удар там не нанес. Два удара, ладно. Три удара, понеслась. Взрыв же.
Не вижу. Вижу. Выпил. Ай. А, ну то есть у него удар имеет продолжение. Да, не такое мощное, конечно. Но в любом случае надо под него заходить. Вот это я зря сделал тоже. Он не хотел сделать его. Да, надо было придерживаться этой тактики изначально. Причем я на нее сам... Ой, хорош! Видели? Вообще норм! Сделал там три удара, приблизительно перекатился, и перекат не приблизительно, а сработал. Сейчас взрыв будет, а я не успею. Ну, я пожадничал с четвертым ударом. Но уже осталось у меня 60% КП. А, поймал таки. Смотрите, осталось у него 30% КП. Даже чуть меньше. Ничего сложного, как выяснилось. Просто надо вовремя перекатываться, оказываться внутри, не делать лишних ударов. И все. Вот так вот, как выяснилось. Динамика хорошая. Правда, я там... Хотя я выпил 6 бутыльков. 6 бутыльков. Было там, наверное, штук 50 у меня еще осталось. Если после того, как сбил зарядку, переключившись на базовую атаку, подойти к голове, можно сделать репост. Так в том-то и дело, что я попробовал в этот раз сделать репост, подойдя к голове. Но руки, блин, и его ноги, они офигенно мешали. То есть надо как-то очень долго мне обходить, чтобы сделать репост. Причем, Зерыч, я уже делал репост-атаку такую. Спасибо тебе большое за совет на прошлой трансляции. Вот, но... Расскажи мне лучше, почему у нас сегодня непонятная тема с плеером творилась. С отображением анонсов. Зачем ты апдейты выкатываешь посреди рабочего дня? Который плеер ломает. Блин. А я не видел. Ну это же... Не значит, что этого не было, правильно? Черт. Получилось, я не хотел. Если есть какие-то сомнения относительно того, что то, что ты делаешь, может заэффектить продакшн, это надо делать ночью. Он про репост рассказывает мне. Можно обустить одно место, чтобы накопить хилок. Меня вот устраивает, в общем-то, то место, которое вот недалеко от костра. Поехали. Работаем. Да, пожадничал опять. Ай. Вот что мне делать, когда у него вторая фаза, и удар меня практически ваншотает. А, вот опять. Блин. Так ему по голове надо бить. Оказывается. Ему надо по голове было бить. Ё, красота.
И таргет надо на голову было ставить. Сейчас он прыгнет на меня. Скорее всего, на такой дистанции. Ёпарас опять. Взрыв опять. Ой. Взрыв. Попал я. Я не знаю, что я не пью уже в который раз. И опять я лишний удар наношу. Что, конечно же, недопустимо. 10 хилок коту под хвост. И опять же, не надо было этого делать. Блин. Два раза нажал на перекат, два раза слишком поздно, видимо. Осталось 15 бутылок из 20, убавился меньше половины хп, исход очевиден, говорит Джокер. Такой ты наивный. Во-первых, у босса увеличивается урон, меняются фазы, добавляются дополнительные движения. Стараюсь бить по голове. Да, это легко сказать. Можно попробовать, конечно, таргет по голове сделать, но... Кстати, можно, да, попробовать. И держаться не так там, глубоко под его туловищем. Ну, хотя тема с таргетом и по туловищу работала неплохо, но я вот в прошлом трае была не совсем понятная тема, что... Я его разок повалил, не успел сделать репост по голове. Потом нанес еще несколько ударов, он опять упал. Очень странно. Очень. Было очень странно. Он попал. Ну выпей ты! Как же меня это бесит, а? Сейчас повернулся хоть. Я бы нажимал перекат, видя его удар, я нажимал его, но не дожал. Но вот эта серия вообще трындец. Почему-то у меня хилки. Не знаю, в чем связаны, но... Не всегда срабатывает адекватным образом. Если поймал все три удара от него. Блин, нет, мне кажется, что из-за таргета такая хрень происходит. Таргет, если по голове, то он, я не знаю, может быть, угол обзора такой, что ты удары не сразу видишь. Неприятно. Надо на тело ставить. Надо ставить на тело. Фух, ладно. Рано или поздно-то, конечно, убьем, но... Хилки жалко. Жалко хилки. Может быть, и не стоит его репостить. Может, стоит, пока он разобран, просто обычный удар наносить. Да, урона меньше, но зато гарантированно ты какой-то урон нанесешь. Ладно, туловище, таргет. Вперед. Увлекся ударами. Да, так не уворачиваться значительно проще.
Залом получился урон. Ой, сейчас же умру. Ой, вернулся. Вернулся чудом. Опять же. Все? Не все. Вот он упал. Ну дальше что? А, там хвост. Как мне понять, где хвост, блин, где голова? В такой вот ситуации. Воу! Так, нет. Слишком рано перекатился до начала его удара и понеслась. Нормально. То есть хреново, но я понял, что таргет лучше на туловище. И желательно помнить, где у него голова, для того, чтобы в тот момент, когда... Там, видимо, надо снимать сразу же таргет, чтобы он к тебе туловище не разворачивал. Бежать в сторону головы. После прохождения будет без смертей? Нет, скорее всего, не будет. Куда мне? Я тогда джойстик разнесу в пух и прах. Потому что очень много случайностей из-за того, что я плохо умею общаться с контроллером. То есть стик не туда и все. Фух, ладно. Еще 20 фласок есть, как минимум. Ну, больше 20, не знаю сколько точно. Мне показалось, что я рано увернулся. Сейчас я не увидел, в принципе, удар. Ну куда ж ты? Какой дебил. Что пойдет еще? Да, почему? Потому что ты видишь его таргет спал, непонятно. А, я жив еще был. Короче, если прыжок, то никаких подкатов вперед быть не может. Он попадает. Он попадает и сносит где-то 80% здоровья без учета бафа. Когда он падает, молния на нем тухнет, он убегает, чтобы ее заново зажечь. Когда он падает, молния тухнет, убегает, чтобы зажечь. Угу. Когда он падает, молния тухнет. Падает, молния тухнет. Он убегает. Чтобы зажечь. Может, по сюжету двинешься, а сюда вернешься. А это вроде по сюжету. Хотя нет, это же продолжение тюрьмы. Да, на самом деле можно сделать паузу на этом, блин, боссе. Что... Он меня бесит. Я пытался уклониться, видит бог. Но сейчас не пытался даже. Вставай! Давай, упади. Нет, не хочешь. Не хочешь падать. Не хочешь. Блин, да за...
Ну где там? Давай. Вот он. А, быстрее, 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 быстрее. Стик чертов. Как я люблю тебя. Он застрял, что ли? Да, он фазу переходит. Ой, да ладно, ты что, застрял? Чуть-чуть застрял. Самую малость. Да, только он все равно АУЕ бьет. Давай мы его, может, здесь, а? Да. Читер, да какая разница, если он там все равно проводит удары? Сейчас посмотрю, сколько у нас есть. Сколько осталось фласок? Мне кажется, что уже меньше 20. Нет, есть еще. Да какой абузер? В чем здесь абузер? Если бы я отступил от него и начал расстреливать чем-то, закидывать, пользуясь тем, что он выйти оттуда не может. Если он, конечно, не мог оттуда выйти. Это одно, но я же вперед пошел на него. Словил тот же самый АОЕ, а потом удар после АОЕ. Все. Какой тут абуз. Блин. Прилетело все-таки, а? На минус две фласки. Да ёп. РСТ, а чат не надо читать. Не надо его бить, когда он АОЕ делает. Ну да, наверное. Наверное, не стоит. Попробуем. Без этого. Ай, опять. О, случайно. Блин. Да, только вот я уже здесь. Блин, видел удар, но нажал свою атаку. Это был косяк, конечно. Ой, ёбай, моё. Нельзя так далеко от него находиться. Да ёшки-матрёшки! Чё за таргет-то на голову? Ну, всё, я скорее бью. Обожаю таргет на голову, он такой классный. Он сам меняется, блин. Ладно. Кстати, заметил, а фильтр уже норм. Да. Там Алиску тоже фиксили по фильтрам. Фласки есть. Фласки, оказывается, реально очень быстро фармятся. Три пробега вот здесь, ты все. Ты получаешь там 1020 душ. Фласок самих, наверное, штук 24. Потом получаешь... Ну, не надо, ну. Какая-то халява это ваша. ББ. Да-да-да. Предыдущий босс был довольно, ну, на мой взгляд, полегче. Я-то еще начал выдумывать. На самом деле, вот на эту тему, на стратегию, с, на тактику и стратегию. С пузом и... перекатами вперед от него. Я вышел чуть ли не в самом, блин, начале. Потом начал с репостами что-то там думать. Непонятно зачем. Давайте скипать эту штуку. Опять удар, который я заметил слишком поздно. Удар, но ничего не сделал. Нет. Да. Фух.
Плохо. Плохо, плохо, плохо. Много ошибок. Трость, кстати, можно было закинуть больше урона, просто вытащив из ружья. Ну и сделать ее плюс 4. Если достать еще один кусочек из вот мешковитых пацанов. Последний сет бутылок я, пожалуй, не буду больше. Это будет последний забег на босс, потом пойду на прогресс. Потому что, ну, судя по всему, это как раз конец тюрьмы. Выход из тюрьмы и босс. А мне нужно... Не помню куда. И по чекпоинтам разберемся. Таргет слетел. Кто таргет слетел? Окей, молодец. Блин, плохо. Хорошо. Плохо. Плохо. Как попало? Не пойму. Таргет слетел опять. Да ёпер СТ! Да, ну, надо приноровиться. Слетающий таргет, потом надо переключаться с головы на туловище при этом. И уворачиваться. Таргет ставится на большой, на правом стике, да, большим пальцем. А перекат им же ты делаешь на кружочек. Соборный круг. Да, сейчас пойдем, пойдем туда. Единственное, что я, наверное, пробегусь вот здесь. А, хотя нет, 16 бутылок. Так, я пилу меняю на ружье штык. Одеяние можно поменять... На... Да не, нормальное одеяние. Такое компромиссное. Что там? Соборный округ, да? Не, я не буду пользоваться помощью. А, может, наймешь ведьмака на его убийство? Белорус пишет. Соборный округ. Серьезно, соборный округ? А, и в башню вниз. Точно, точно. Точно. Так я и оказался в городе. У меня сразу мешок и в тюрьму. Это было... Ну, я прихожу в новую локацию, думаю, сейчас поизучаем. И в результате часа три, наверное. Что-то с ним возишься, убей его и все, делов-то. Нет, мы его откладываем сейчас, эндорфин. Меня интересует выход, 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 выход. Не помню какой. Вот это вот, да, этот выход интересует. Вместо огненной бумаги. Наверное, лучше косточку поставить. Нетка может меня спасти. Здесь вроде пулеметчики какая-то. Да ёпер СТ. Что ж он так быстро-то начал? Надо заменить. Беру. Так. В две руки. Давай в две. Хотя этот надо чередовать, в общем. Надо чередовать. Удары медленные после двух рук, по одной цели не так удобно. Кажется, здесь можно упасть. Да. А дальше по балкам и на дно. Ага. Ой. Много здесь людей полегло, я помню.
Многом-многом-многом. Хорош. Чудом выжил. Раз и два. Фух, тут бы факел зажечь, потому что дна не видно. Падать надо вот, скорее всего, с этой балки. Предварительно подсвечивая себе. А, вот сюда вот, да? Не-не-не-не-не! Чуть правее надо было взять. И желательно с перекатом сделать. Может, где-нибудь товарища Молотова раздобыть и огорчить? Да там много Молотова придется. Там ХП довольно много у него. Да, разбился. Ну, поторопился, потому что видел вроде, что там... Вроде как... Достаю или не достаю? Привет, Клярис. Миша, Миша, уже ДС пошел без смертей, все умираешь на падениях. Ну, да, так и есть. Ничего удивительного. Прыгать по канатам, там секретная... Воу-воу-воу-воу-воу. По канатам прыгать. Там секретная комната, говорят. Люблю секретные комнаты. Правда, никакого секрета нет. Так, лифт на всякий случай назад опускаю. На пулеметчика плевать. Ну, какая хорошая атака с одной руки. И рейндж больше, и скорость выше. Да, урон поменьше, но пофиг. Ага, там секретная лока есть по канатам. По канатам. В прошлый раз я тут довольно все подробно я... по канатам. Катана собака? Катана это очень хорошо. Осмотрись, не туда пошел. Ну, я вижу, что свисают тут канатики в разных местах. Канат держит балку, на которую нужно упасть. Тут столько канатов, которые держат балку. Вот этот держит балку, этот держит балку. Тот держит балку. Все. Я понял. Почему в одной из стен есть дверь? В одной из стен есть дверь. А, дверь не скрытая. Это проще уже, конечно. Вон что-то внизу есть, какая-то арка. Но я там был, мешки, они не убиваются. Вон она. Вижу. Вижу дверь. То есть я должен был упасть вон туда. От... Оттуда, от самого входа я падаю вниз. Что здесь я вряд ли уже пройду. Ну, вон на тот, на ту штуку надо попасть. Хотя, может, отсюда можно вот на эти штуки допрыгнуть каким-то образом.
Но прыжки это не моя сильная сторона. Я скорее сигану вниз, чем добьюсь чего-то. Для ориентира. Ну, для ориентира ты заходишь, и по левую руку у тебя... По левую руку видишь канаты. Канаты ведут как раз на площадку. То есть ты почти с краю. Нет, ты просто в сторону канатов прыгаешь, и все. Все будет ок. Отсюда я не допрыгну. Ну, я убьюсь просто сейчас, скорее всего. Ну, ничего. Фух, ладно. Я в курсе. Маленький ручной фонарь. Это хуйня. Кстати, можно фонарик было купить. Два косаря, когда он появился, мне было жалко его приобретать. А так, подвесить, и вот здесь бы помог. Душ все равно нет. Можно спокойно падать. Без зазрения совести умирать. Воу-воу-воу. Ну не на таких моментах, Миш. Уходим из-под пулеметного огня. Катики. Факел, говорит, бодрее светит. Может, у них там есть еще кумулятивный эффект. Там вроде говорили, что можно и то, и то. То есть факел не... Так, ну вот он, вот они канаты. Теоретически я должен идти прямо. Практически будет больно. Но я попробую. Выпей. Для храбрости. А, можно же еще, типа, выстрелить себе под ноги при приземлении. Да как так-то? Я прилип... Чуть-чуть не зацепился, блин. Да, говорит, можно и то, и то. Отлично. Ах, какая грязь. Очередное очко в пользу гравитации. Когда я вот сверху смотрел, куда падать по этим канатам, вроде как увидел, что можно чуть, чуть левее взять. Все равно попадешь в нужное место. Ну вот фиг знает. Ну, с другой стороны, тут бежать-то халява. Думаю, справлюсь. Так или иначе. Ну, то есть, вопрос количества попыток. Вопрос, могу ли я вот здесь вот спуститься? Да, наверное, мне здесь как раз и придется спуститься. Похоже, что нет. Похоже, что ты упадешь сильно в другую сторону. Вот она, дверь, кстати. Так. Может быть, не сначала туда нужно прыгать. Перекатиться надо не с отшиба, а с основной дорожки по направлению каната. Угу. Да, скорее всего так. Потому что как бы не выходит по-другому. Зато дверь нашел. Да, рассмотреть удалось ее поближе. О, выпил. Бутылки кончаются. Собаку убил, что ли? Конечно. Что, пропустил как собак? Ребят, только не рассказывайте ему, как мы с собакой справились, а?
Хорош. Так, и, собственно, сюда. Я пропустил. Ну, борт, ну... Ну, запись посмотришь. Все, получилось. Секретный уровень, пацаны. Внимательно. Старая заброшенная мастерская. Вау! У вас тоже вытекает из монитора графон? Или нет? Знакомое место. Но это вроде наш сон. Просто без населения, да, это он. Кто-то там урчит. Ну вот здесь вот мы резаемся. Тут магазинчик. Вместо магазина сундук. Кукольная шляпка, кукольная одежда, кукольные перчатки, кукольная юбочка. Кукольный сет. Выброшенная кукольная шляпка, скорее всего, дополнительный элемент наряда. Глубокую любовь к кукле можно объяснить великолепным качеством изготовления данного предмета и бережным отношением к нему. Оно граничит с манией, но в то же время излучает пустоту. Куколка. Ну, у нас же... Мы же за девочку играем. Девочка нашла одежду. Девочка одела. Имидж все, да? О! Нормально. Ой. Фонарик лутецкий. Одна треть пуповины. Ой, я чудовищем зачем-то стал. Так, одна треть пуповины. Сколько полезных вещей я здесь нахожу. Великая реликвия, называемая иногда нервом ока. Каждый новорожденный великий обладает этим предтечей пуповины. Каждый великий теряет свое дитя и затем стремится найти ему замену. Третья пуповина ускоряет встречу с бледной луной, что приманивало охотников и питало их мечты. Используйте ее, чтобы получить озарение и, как говорится, вырастить глаза внутри. Ну что, запускаем паразита, а? Озарение должно дать. Едим всякую дрянь. Три озарения сразу же. Не трать, говорит. Поздно. О, куколка наша. Брошенная кукла. Так, еще лутецкий. Кость старого охотника. Опа, 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 па. Так где? Что? Кость старого охотника. Ускоряет перекаты и шаги. Говорят, он был учеником старого Германа и практиковал искусство ускорения, технику, которой славились первые охотники. Очень даже уместно, что охотники, носители факела, которые во сне набирают силы, насмехаются над пережитками древнего искусства. А то что, закрыто? Не пройти никак туда. Как
Каково это ощущение, когда сюжет изобилует вокруг, но все равно ни черта непонятно? Да. Неописуемо. Я из куколки превращаюсь в бабочку прекрасную, с вашего позволения. Что-то там сделали. Лута набрался на 3 игры вперед. Ну, не совсем понятно, что мне с ним делать. Вот эту косточку надо как-то, видимо, юзать. Ну, не юзать, а надевать, использовать. Мне еще обещали катанку. Это выход, да, с другой же стороны. Все в тумане. Ну, вроде все. Почему каждый раз, когда ты используешь озарение в чате, что кто-нибудь запрещает, не знаю. Не знаю, не хотят, видимо, чтобы я прозрел. Маленькое украшение для волос. Тут гребешок нашли какой-то. Простое маленькое украшение для волос. Кстати, может быть, это даст нам как раз какой-то ассортимент в магазине. Возвращаюсь в сон охотника. Посмотрим... Что там поменялось? Привет, Голдбит. Сегодня у нас трансляция из двух игр. Bloodborne и, собственно, Warcraft. Warcraft. Что появилось новое? Топор, ружье, хлыст. Нет, забиватель кольев. Ничего не появилось вроде. Новое. Окей. Ой, сори. Как я могу использовать... Я, видимо, не могу еще эту косточку использовать. Поставить. Была информация, что есть там два слота для кольца, ну или для подобного типа предметов. И кажется... Да все, больше делать нечего. 15 тайного нужно, чтобы эту косточку вязать. Требования к атрибуту написано. Понятно. Так это как что? Как оружие? Как предмет? Он куда вставляется вообще? В какое место? Вообще прикольная штука для перекатов. Наверняка это халява. Данпел, готовься хостить. И надеюсь, что ты будешь рядышком фуфа. Чтобы... Кстати, можем сейчас... эту тайну, ну, магию качать, действительно, чтобы, ну, не прокачивать те темы, которые с капом, и чтобы можно было использовать подобного рода вещи. А, как камушек. То есть он просто стоит в слоте. Если он стоит в слоте, то у тебя, типа, бонус, да? А, он на временно можно юзать бесконечно. Понятно, баф. Просто прожимаешь просто и все. Гребешок кукле не отдал.
Да, бывает такое. Так, теперь внимательно, надо упасть так, чтобы не разбиться. Это раз, это двас, это, пожалуй, вот сюда вот трис. Трис, говорю. Четырес. И вот здесь, наверное, самый... А, не, не здесь, вот с той балки будет опасный момент. Да ёшки-матрёшки. Куда ж мне прыгать-то? Да, сначала на эту балку, а потом уже с неё смотреть. Куда там получится. Вообще нужно направо. Давайте с перекатом направо. Хорош. Перекат был лишним. 15 тайн — это очень мудрый кач был бы, ибо потом будет клевый баф на пуху. Понятно. Мудрый кач. Там гравитация опять. Сосиджоп. Сосиджоп. Гравитация бессердечная, то есть... Но когда ты уже эти игры темные забросишь, в конце стримов FAS играет. Так когда люди уж начнут читать Message of the Day? Константин, Зимин. Там же все написано, что сегодня будет Warcraft, после Dark Souls. Приблизительно когда? Нет, надо возмутиться. Ничего не читать. Сказать фи. Фу. Таким быть. Раз пять сегодня повторил. Да, тебя не было. Да, ты не знал. Но мы же пишем. Да, ты не прочитал. Но это косяк. Так. Мне кажется, надо просто вот так вот сходить и все. Хорош. Хорош. Там можно, конечно, просто упасть. Будь что будет. А, вот на эту балку лучше попасть. Все, и вот здесь меня повязали как раз. Тюремщики. Где-то здесь. Фу, красный фонарь, стоп. А, ну я стучал уже сюда. Вот так вот. Опа. Да, таргет. Бывает. Мятная ернамская шляпа и потная одежда. Отлично. Огненная защита, оказывается, у них высокая. Но есть более качественные. Ой. О! Пока я там планировал, как мне бэкстебнуть этого упыря. На меня свалился. Давай. Добро. Добро, оно всегда побеждает. О, есть апгрейд. Наверное, все-таки копье буду грейдить дальше. Надо 8 накопить. Вот он меня в тюрьму упек. Один лифт. У меня аж текстуры на платье трясутся от этого лифта.
Опа. Густая холодная кровь. И я снова в соборном округе. Стопе. А, я понял тебя. То есть это у нас ворота закрытые. Если упадем, то окажемся... А, или нет, или я по ту сторону ворот. Да, лестница. Здесь я не был. Давайте-ка. Это по ту сторону неоткрываемых ворот. Здравствуйте. Что-то попахивает ловушкой. Мгла оцепенения. 6 штук. 6 мгл. Создает туман, препятствующий восстановлению здоровья. Или мёгл. Могл. Мгл. Как... Или мглы. Как множественное число слова мгла? Мглы? Моглы? Мглов? Ну, кого чего во множественном числе от слова мгла? Мглей? Мглей, мглюй? Мгл. Много мглей. Никак. А, почему никак? Шесть порций мглы. Нет такого. Много мглы. Вот так чат превратился в Мурлоков, да? Да и да. Можно упасть на крышу дома моего. Я попробую, потому что здесь не был. Возможно, я что-то обнаружу здесь. Такое. Может и нет. Надо проверить. Черная шляпа посланника. Это опять мы будем тем мелким у костра сдавать. Я оказался по ту сторону опять. Я к собору, в общем, пришел. Но шляпу нашел. Офигенно, могу я вам сказать. Могла не может быть множественным числом, ибо она везде. Ну, пустота-то тоже везде. Но есть же слово пустоты. Все, мне только прыгать на дно. Увы. Там сзади еще ворон. Да ё-моё! Какие они прям настырные. Первые три ссылки Google говорит мглы. Пустота не может быть множественная, а пустота может. Воу-воу-воу-воу-воу. Так вот, полегче, господин Нуб. Я думаю, что ты не прав. Одну мглу, две мглы, три мглы. Да, отлично. Да, мглы все-таки, да? Ну, я так и думал. Это было очевидно. А ворота изнутри не открыть, нет? Но я не видел там управления. Ну, скорее всего, можно как-то. Должно быть можно. 322 мглы. 228 мглы. Опять мглов. Да, получается мглов. Ну, не мглы же 5. Такие вы, конечно, странные. Зачистил локу, где мужик с мешком шел бы. С мешком был. Да-да-да-да, я туда и возвращаюсь. Я туда и возвращаюсь. Не без проблем, но целенаправленно. 5 мгел, мегл, мглей. Ну не знаю. Оп! Миш, чего камелей не идешь? Боишься? Я не знаю, кто это. Но да, наверное, я боюсь неизведанности. Неизвестности.
Амели. Хороший фильм, кстати. Так, тут вороны. Это я точно помню. А, ну да, мертвые вороны. Надо, наверное... Там патруль, я вижу. Тут выход был... Опа, 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 опа. Ребят, ребят, вы чего? Атак! Атак! Away, away! Зря крови, ок. Ищем следующую. Там был пес. Его сопровождало два человека. Вижу лут. Ух ты, опасно какая. Этот лут охраняет какой-то... Но он, блин, не один. Это было бы слишком просто. Да нет, один. Да ё-моё! Хорошо. Огненный, кровавый, самоцвет. Круглый. Ртутные пули. Дверь не открывается. Да открой ты чертовы ворота. Да погодите вы. Мне вот этот вот огненный кровавый вставлять некуда. Извините за пикантные подробности. Никуда я его не всуну. Вон собака ходит. Ворота справа, но, естественно, я иду в другую сторону. Потому что я непосредственный. Знание нахожу. Безумца. Но дальше уже смысла нет, там я. Там меня как раз повязали. Ледокол поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Мишка. Так. Куда ты поднимался на лифте по ту сторону ворот? Был рычаг. Это шорткат был. Угу. Открой его плиски-плиски. Все, взял, заспойлерил. И не забанить ведь его. Ты все еще ничтожеством играешь? Да, да. А как? А что? Я ничтожество. Это мой класс. Фэбу Ледокол. Революцию! Я считаю, что все должны быть равны. Проспойлерил? Получи. И неважно, кто там. Обычный пользователь или Владимир Владимирович. Все равны перед законом. Открываем ворота. Или обычный пользователь Владимир Владимирович, например. Нет, не сходится. Кто там? Кто там? Кто? Воу! Там, кажется, кто-то новенький. Пустая холодная кровь. Ой. Не-не-не-не-не, я свой. Чего ты? Капец. Да ладно. Фонариками светят. Ну, пробей его. Хорош. Такие бледные. Оп, оп. Затыкано. Пузырек крови, хорошо. Один выпиваем, еще два пузырька крови. Прекрасно. А тебя-то как-то я и не... Оу! С косой! Ничего себе! Вообще. Очень, очень крутой. А, я факелом его ударил. Я думал, у меня в другой руке пистолет. Я был неправ. Оказалось, факел. Тут кто-то топал здоровый. Я видел морду животного. 6 пузырьков дают. Мне казалось, что здесь чудище какое-то.
Во-о-о-о! Вон он! Упырь! С топором! Блин, а тот потянется с пушкой. Сначала этого... Да не-не-не, не надо. Оу! Я так и рассчитывал. Ох, ты ж ёжик, а! Да ё-моё! Наверное, не стоит его на пуле пока. Мы поуворачиваемся просто, или вот так вот издалека. Хоп! Слоупок какой. Я не достаю нифига. Вообще не достаю. Ты здороваешь-то. Уа! Уа! Да уж. А, в воздухе. Он какой урон тебе. Ну ты же не очень признает. Просто признает. Ха! Сколько экспы? 1200? Не тот уровень. Так, и в результате я иду непонятно куда. Вижу лут на крыше. Вижу огромные ворота. Не факт, что они откроются, хотя рубильник вроде слева, так что должно быть изи. Опять вот там кто-то ходит. Костьми трясет. И тут проход, и там проход, непонятно. Да-да-да-да-да-да-да. Понятно. Теперь понятно. Сейчас я... Три бутылька крови. Сейчас чуть назад вернусь. Мне же еще направо можно попробовать сюда вот наверх подняться. Да у них тут... Секта какая-то. Стоит наверху... Товарищ с деревянной хренью. И что-то мне тут... Ой. А что за тема вот у меня увеличивается? Это пока он меня видит? Что это? Безумие, судя по всему. This is madness, все дела. Безумие, безумие. Ой-ой-ой-ой-ой. Да я понял тебя. Я понял, понял, понял. Да! Все, сейчас безумие будет. Безумие 80% урона. Безумие подобно проклятию в ДС, только чуть снисходительнее. Окей, у нас есть шорткат. У нас есть проход в локацию сравнительно новую. То есть я не знаю, что там, с какой стороны, где, почему и как. Но разберемся. Да, вот сюда, через ворота. Причем можно сразу налево в другие ворота зайти. А можно пройти и... И вот сюда вот наверх, да? Да, я вернусь, пожалуй, сначала за душами. Ну, тут с очень серьезным уроном, товарищ. Лут не скатился, окей. Да! Я понял, что их здесь трое, но...
Помним про стрелка. Мне сильно, я думаю, помешал бы, если... Если бы я принялся за крупного сначала. Ай. Да, думал обойти его. У него мои души, кстати. Прекращай. 7,5 тысяч душ, 3 пузырька крови. Идем как раз вот на этих упырей. Безумие, безумие. 80% урона. Безумие. Это безумие, ребят. Безумие. И оно как бы накапливается. Как бы понимаете, да? Все спадает. Непонятно по какому принципу. Ну ладно, с этим-то разобрались. Они медленные. Поэтому сильный удар со спины хорошо заходит. Ртутные пули. Ой-ой-ой. Столько мест нехоженых, а? Ой, лут. Опять ловушки пахнет. Ну, вроде спокойным. Воспаленный глаз. Материал, используемый в ритуале святой чаши. Миш, не забывай стрелять. Я помню про стрельбу, но выбирая между сейфовым перекатом, отскоком или стрельбой, ну, останавливаюсь на первом или втором. Метка отважного охотника. 3 косточки, ок. Куда-то мы тут то ли в пещеру, то ли через какое-то кладбище в пещеру спускаемся. Стремновато, стремновато. Ничего себе тут захоронение. Я вижу пса, то ли пса, то ли не пса. Одного, второго, зомбари какие-то. Много народу разношерстного. Всякий сброд тут. Ах, тут кто-то новый. Особые псы, что ли? Я хочу этого сначала убить. Мешает он мне. Ох. Добром. Это зерглинг. На зерглинга действительно очень похож пес. Там и усики характерные. Очень много лутов по периметру вижу. Вот здесь. Но здесь и народу много. А, это стрелки. Ничего себе! Стрельба какая идет плотная. Нет. Капец. Да, я пожадничал. Думал, добью этого. А с одного выстрела меня не убивали. Но второй выстрел прошел, блин, и все. И не хватило. Какая-то халява этот. Это ваш АБС. Это я говорил, да? Мне казалось, этот.
Огнестрел сильнее всякого кунг-фу. Да, да. Так и есть. Там как прошла сразу серия выстрелов. Я пробегу. Попробую пробежать сначала до... Ты не туда вообще бежишь. Почему не туда? Вот туда. Вот это да. Сейчас направо. Опа! Ой, не сюда. Ой, выше. Ой, выпей. Капец. Я думал, он спускался, видимо, медленно по этой лестнице. Медленно спускался. Пока я там разбирался с мелочью, он к тому моменту... А тут как бы просто встреча и все. Го, песик травит. Не, ну песика-то зачем вы что? Песика я не готов еще травить. Песик сам меня затравит. Так, задача вернуться в этот лес. Попытаться все-таки да. Потому что иначе нет. И... Просто. Просто-напросто. Ай! А урон-то классный. Очень классный урон. Ртутные пули, ртутные пули, вы не поверите. О! Ой, горячо. Ртутные пули. Еще кровушка. Пепел костного мозга. Еще кровушка. Там слева стрелял упырь один. Вот это вот, кажись. Нормальный у здесь лес. Собаки, да, охотники. Тут за могилками могут быть всякие ништяки. За деревьями тоже. Надо очень внимательно осматриваться. Пуль. Очень. Здесь очень удобно, видимо, как раз пульки фармить. Если вам нужно какого-то там босса миллион пуль, то это изумительное место. Просто изумительное. Лимит-то 20, кажись, можно и пострелять. В смысле? Они же в этот отправляются, в стэш. В стэш. Так, ну слишком серьезная гора для нашего героя. О, у этой игры системный... Нет, конечно, тут игра гораздо более... Вот камешки, все, камешки уже не пособирать. А пульки я пока собираю, все в порядке. Слева помню псы. И, наверное, все-таки надо... Ну, там не только псы. Еще и стрелки есть. Но лучше, наверное, начать со стрелка, а потом уже с пса. С псов. Такой косой, да? Я не знаю, где он. Слева еще стрелок. Прям по курсу еще. Да убери таргет-то, Вась. То лучше начни, Мишу, и спасите наши души. Кстати, да, души-то у нас где-то. Стоп, а почему? А почему я душу-то не собрал? Воу-воу-воу, там два пса сзади. Ё-красоте. Я же должен был поднять души. Да, я понял тебя. Пёса. Они где-то должны были быть здесь. Я же здесь гуфнулся, правильно? Правильно. А, вот они. И 12,5 тысяч. Хороший совет, спасибо большое. А то я как-то подумал, что... Не подумал, в общем, я. Опять камешек соберешь, да? Не, может, это не камешек. Это пули.
Так, и вроде как мы эту локацию исследовали. Почти, вон, вижу, еще вот здесь вот есть что-то ценное. О, два одинаковых осколка, это под грейд. Опять же, можно прогрейдить трость на плюс один, а можно подождать на плюс шесть. Ой, их вам там вообще трое. Они простые. Сравнительно простые. Ой, не нравятся мне эти ворота. Кажется, за ним что-то торжественное. Ой, да ладно. Ой. 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 Молельный переулок. Ну и кажется, там внизу фонарик. О-о-о-о. Кар-кар-кар-кар. Да, фонарик. Я предлагаю попробовать пару левелов получить. О-о-о. Что сложнее для тебя, чем Dark Souls 3, управление в ББ или сам ББ? Я думаю, все-таки управление в ББ, чем сам ББ. Потому что очень много проблем как раз именно с тем, что... Я знаю, что нужно сделать, но руки кривые, и не удается. Это тебя комп игру не тянет или на ГГК, или ГГ качество режет? Так у тебя, ну, во-первых, что ты смотришь, во-первых, попробуй тестовый прием посмотреть. Во-вторых, я наблюдаю иногда такие скипы, возможно, это, не знаю, карточка захвата скипает кадры, вполне вероятно. То есть не такой плавный переход есть. О, бом-бом. Давайте начнем потихонечку качать тайный. А, я хотел... Ой, сори. Я хотел использовать... Кровь для того, чтобы экспы получить. Чтоб в следующий левел вкинуть. Передаем маленькую заколку. Что-то зарядка не работает. Tell me, Hunter, could this be joy? Она мне дала слезный камень. Слезный камень. Используйте, чтобы получить каплевидный самоцвет. А нужен ли мне каплевидный вообще? Вроде нет. Ну, пригодится, может. Тайный на 11. И давайте все-таки юзну. Слезный кровавый самоцвет. Очки здоровья продолжают восстанавливаться плюс 2.
Капля. Сейчас я проверю кое-что. Бом-бом-бом-бом-бом. Усовершенствую оружие. Если трость, хлыст, то что у нас будет? 99-106. Копье страдает. В ружо. Можно поставить его. А, или типа он ставится в любое место. ОЗ продолжает восстанавливаться плюс 2. Это типа... Типа, можно восстанавливать здоровье дольше после того, как ты получил урон. Да, получается, что он универсальный такой. Я его поставлю тогда вот сюда. Надо проверить. А в трость можно вернуть либо физатаку на 1.4. Да, физатаку на 1.4. Хочется грейдануть, конечно, трость и пойти на босса его убить, но не факт, что... По-моему, это медленный реген. Посмотрим, кстати. Медленный реген тоже может помочь. А, очень медленный. Бом-бом. Похоже, что церковь доброй чаши. Миш, тебе не кажется, что копье слегка не твое оружие? Слишком много ты с ним выхватываешь. Не, наоборот. Дистанция позволяет держать. Мне оно значительно удобнее, чем трость. Ай, ну ясно. Тебе в молельный переулок говорят. Может быть, надо было к другому этому пройти. Да, к другому надгробному камню. О, даже здесь. Новый надгробный открылся. Так, кстати, удобнее, чем вкладки. Удобнее запоминать. А ты нашел большой меч, у которого ножны за спиной? Возможно, нашел, но я его не пробовал, просто потому что мне сил не хватает для подобного рода мероприятий. Так. Ну вот мы с вами здесь. Новый чекпоинт, новая локация. Кто-то опять там смеется. Ой, ведьма, что ли? Шабаш у нас тут. Твою ж дивизию. Ладно. Тыкаются они очень хорошо. Непонятно пока, что делают они. Оружие, опять же, очень разное. Воу. Резкие удары, но не очень сильные. Там лутецкий остался, но если начала, этот возьму. Воспаленный глаз. Шустрее. Блин, как стрёмно-то, а? Ага. Хорош. Опа. Треугольный, умеряющий кровавый самоцвет выпал. Как вот бабушка с таким молотком бегает? Это молот его вообще кидает. Ну дай хоть молот его. Выпадут?
Пузырек крови. А, вон статус появился, смотрите. Только сейчас заметил, что рядышком с этим появился статус. Да, и восстанавливаются очки здоровья. Так себе, на самом деле. Реально очень медленно восстанавливаются. Сильная не по годам бабушка. Да-да-да-да-да. Как-то это подозрительно что-то. Что-то как-то да. О, старый знакомый. Давай попробуем. Ах, помню. А, капец. Просто в голову прилетел коктейль. О, два одинаковых осколка уже в количестве двух штук выпадает. Это здорово. К ней бы забраться. Паразитки этой старой. Что ты там делаешь? Ой. Надо короткими ударами это делать. Чего там? Ты куда кота уводишь? По таблице характеристик можно смотреть, насколько у тебя здоровье. А, плюс 2 реген, здоровье, это, видимо, в секунду. Угу. Понятно. Ворота вроде бы закрыты, но пройти можно еще направо. Сейчас я осмотрюсь повнимательнее. Что там у нас впереди? Закрытое устройство. И я полагаю, вот сюда нужно налево идти. Оп. Оп. А, о, господи! Черт! Вы, надеюсь, в фуллскрине смотрите? С наушниками исключенными? Это прилетело очень внезапно. Я еще не стал бутылек пропивать до этого, до фулл хп. Потому что думаю, ну сейчас потихонечку пусть этот регенит. Кстати, надо посмотреть, что треугольный этот дает. Он вроде там довольно качественный, этот самоцвет. Ну. Еще два одинаковых осколка. Плюс 6 сейчас будет копье. Еще один вроде нужно найти, и все. Как они визжат, а? На копье прекрасно ловится все. Просто прекрасно. А вот что таргет надо ставить. Правильный. Так, а сверху с молотком. С молотом, точнее. Не, изи, конечно. Конечно же, изи. Аккуратно, аккуратно. Оп. Четенько, четенько. О, с душем с моим. Ах ты. Там немного было, тысяч. Да, почти 7. 6700. Данпил уже заждался. Так, а сколько сейчас времени? Давайте хоть босс какого-нибудь убьем по-быстрому. Вон она. Что, я туда же, что ли, выхожу? Не туда же. Старые добрые вороны. Как раз идешь к боссу. Ну, значит, сейчас дойдем, убьем по фасту и все. Чего там?
Камешек не взять. Трагедия, ребята, трагедия. На. Еще. Воронье. Натаскали камешков. Так, 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 так. Здесь случайно не... Не. Тут тоже пусто. Ну, я вижу лифт. Я захожу. А-а-а! 12 кап на руках. Вот это меня настораживает немножко. Чуть-чуть. Возвращаем лифт. Опа, постучать. Ой. Ладно, осматриваемся. Вижу вроде какую-то мелочевку на площади опять. Одна всего. Странно это как-то все. Похоже на подъем к боссу. О! What? Я типа шорткат открыл, да? Да, я по кругу прошелся. Значит, выходим и направо. Лифт вниз. Сейчас попробуем сделать левел ап, чтобы 12... Да, лифт шорткат, я понял. Левелапчик пробуем сделать. Опять же, тайный 12. Еще 4 левела и все. Я не смогу прогрейдить пушку. Мне не хватает буквально... Нет, смогу. Копье плюс 1 делаю. То есть плюс 6. Еее. 125-133. И откроется еще один, вот смотрите... Или нет? Или трость? Тогда треугольный откроется. Не откроется нифига. Уберу я реген из штыка. Попробую поставить... Вот, треугольный. Физическая атака плюс 3,4%. Да. 52. Ох. А было 46. Это прикольно. И еще слот есть. Умеряющий кровавый. Фигня, фигня. Фигня, фигня. Тоже фигня. Так, а если вытащить умеряющий кровавый из трости? Только не 1-4, который получше. Тут нет, получше. Трость похуже. Оружие штык получше. Вот, 1,4. Плюс 55. 133 плюс 55. Добро. Еще бы фласок подфармить чутка. С удовольствием. Вот это любопытно. Вот это уже любопытнее. Я, наверное, даже трость пока скроем. Ладно, давайте, вдруг хватит нам 9 фласок. Ну, не 9, я сейчас еще куплю. Штучек 5 получается, да?
14. И поехали. Переулок вниз, направо, лифт вниз и налево. Последовательность приблизительно такая же. Одежка кукольная бешеных бабок, говорит, стоит. Да, может стоить еще разок по кругу. Не, я думаю, не стоит. Ну вот хорошо сейчас, когда пушку сделали плюс 6, открылся еще дополнительный слот для самоцвета, и не просто увеличился урон, но и увеличился урон за счет самоцвета. Вот. Так что вообще нормально получилось. Как они душераздирающе кричат. О! А это откуда? А, ну и, собственно, вот он лифт. Воу-воу! Подруги, вы что? Давайте-ка не будем. У меня тут лифт. Будет сейчас тридцатка. Озарение. Если честно, я сильно не увидел, как меняется внешний мир. Десятки тысяч стоит? Воу! Черт. Так, и кажись, налево надо. Ну, не налево. Слева как раз пришел. Ох, урон заметно подрос. Я помню, сколько после первого удара у ворона оставалось. Да. Но это назад, это шорткат, внизу дно. А, 40 озарений нужно накопить. Ну, ясно. Хорошо. Я понимаю, что я назад иду, но я реально не понимаю. Здесь, кроме как лифта, ничего нет. То есть, если это шорткат, то... Реально, тут просто лифт. Лифт вниз. Окей, хорошо. Хорошо, допустим. Допустим, вокруг фигня. Справа там падение. Ну, он и слепой. Да, так и есть. Сейчас внимательнее посмотрим. Может, а, блин, лестница же точно. Действительно, пробегал здесь. Ух, столкнуть могла. Там еще кто-то. Ёшки-матрешки. Это выкидает. Да, размениваться с ним по ХП, это, конечно, мудрое решение. Ё-моё. Наполучал, ой, наполучал. Хоть два пузырька взял. Почти при своих остался. Так, наверху у нас какой-то труп лежит. Судя по всему, внутрь в конюшню заходим. Опа! Я увидел мертвую собаку, а это сиганула оттуда. Надо на второй этаж как-то забраться будет. И сзади одна еще появилась. Может, факел лучше возьмем? То выскакивают звери. Из темноты. Лестница сзади, еще спуск вниз. Я для начала проверю именно вот этот второй этаж. Воспаленный глаз. Тут в конце лут лежит, да?
на трупе, который я видел снизу. Нет. О, так. Притаилась, а молот торчит. Да вон он. Но это вообще не он. Но тоже стоит туда добежать. Угу. 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 Работаем. А где? А, факелом я бил. Угу. Факелом это прикольно придумал, да. Был где-то пес. И он есть где-то. Еще прыгают. Откуда-то. Туда бы упасть. Ну, пройти как-то. Вижу, 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 вижу. Дай. Какая грязь. 11 бутылок из этого парочка должна выпасть. Пузырек крови. Вниз я свалиться успею, за лутом сходить тоже успею. Двигаемся пока по верху. Очень стрёмная локация. Ай. И вроде враги не такие сильные, но... Звуки, вот эта обстановочка. Ай. Ошибка. Ох. Так, как бы их по одному-то, а? Кажется, один уже за мной увязался. Нет, нет. Угу. Здесь... Теоретически можно эти ворота открыть. А, ну да, вот он, вот, пожалуйста. Это шорткатик получается, да? Да, хорошо. Удалось. Удалось. Хоть удар пропустил, но аджор срабатывает и все ок. И опять та же самая ситуация. И сразу все эти хп восстанавливаются. Удобно. А за них 2-300 дают. Прилично по XP. Такие большие расстояния. Я вот сзади пропустил. По-хорошему надо вот вернуться вдоль, сходить к тем камням. Помните, где слева лут? Вот здесь вот еще лутецкий. Тут псы. Много псов. О, это опасно, кстати. Могут загрызть. Тут же надо, конечно, как-то отсплэш ловить. А, да, сейчас грызу тебя. 5 собак. Повезло, что там пара ударов прошла с сплэшем, а надо было альтернативочку врубать и пытаться их другим типом атаки бить. Наверное, хотя он медленный. Пепел костного, осколок кровавика. В конце должен быть тупик. Далеко кидает. Да,
Сейчас прилетит. Вау! Как увернулся, а? Просто по-царски увернулся. От неминуемого гуфа. Два коктейля молотова из них выпадает. Сейчас вот в конце будет тупик. Я этот лут видел. И видел лут в самом-самом конце. Тогда я смогу этот вопрос вообще закрыть. Озеро. What the... Это апгрейды, которые, насколько я понимаю, мне пока еще рано, да? Снижает физический урон. Снижение физических повреждений на 3%. Тоже вроде какой-то инструмент нужно получить для того, чтобы его их использовать. 14 косарей экспы. А я вроде как к боссу бежал. Ну, мне, по крайней мере, говорили, что я к боссу бегу. Открыт тем временем второй шорткат. И... Вот. Иду дальше. Там вроде бы тупик. Ну и чую, чую. Конец близок. О. Здрасте. Ну, из них три бутылки выпадает. Пропустил. Но опять же, все равно. Учитывая то, что все восстанавливается. Самоцвет. Дали. Опа. Трое. Тут сундук еще. Не зря я к этому товарищу заглянул. Еще один умеряющий кровавый. Треугольный только. Кажется, у меня один самоцвет в ружьишке-то не очень толковый. Да, вот самый первый, кажется, или... Ну, в общем, какой-то из них не очень. А так копье классно. А я взял вообще... Да, взял лутецкий из того. Хотя фласок не так уж и много. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Снова факел. Знание безумца. 31. Озарение. Говорят, до 40 нужно дотянуть, все будет ок. Жук? Да ладно, какой жук? Где жук? Упустил жука. Ну, блин, это точно босс. Нет, ладно, не точно. Но место такое. Да, босс. Ведьма Хемвика. Какая она худая. Так, ну ладно. В чем смысл? Опа. Что, невидимое? Так, тут был какой-то этот... А, это, видимо, тело пропало. Появилось новое. Она причем особо меня не видит.
Если я близко не нахожусь, она меня не видит. Возможно, ее надо куда-то вообще заманить просто. Возможно, не зря вот эти вот штуки поставлены, построены. Она ходит не по следам, она ходит просто. Ну, может быть, мне нужно несколько раз ее убить? Если так, то изи просто. Давайте попробуем ее... О, кто-то еще появился. А вон она. Вон она ходит. Во, пошел дамаг. А почему она появляется? А, она появляется, видимо, когда я ее... Когда на меня агрится вторая, да? Когда на меня агрится эта дурочка. Возможно? Нет. Или нужно все-таки ей урон наносить? Ведьму, кстати, можно попробовать, знаете что? Попробовать ее со спины, она довольно-таки... Вон она. Да. Нет. Она справа вообще находится. О, по две. А зачем я сейчас сражаюсь-то? ХПшечки-то мало. Где сама ведьма? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. А, о! Понятно. Короче, я ее не вижу из-за того, что она телепортируется, ее не видно. Короче, надо бегать, смотреть, откуда эффект идет. То есть она, видимо, невидимая до тех пор, пока ты с факелом не подбежишь к ней. Вон она, кастует. Ты типа подходишь, и она проявляется. А с этими вообще сражаться не стоит. Вон, опять она телепортировалась сюда, где-то здесь находится. Опять ушла, что ли? Похоже. Вот она. У меня довольно мало времени для того, чтобы ее... Ну, она какая-то вообще язычная, странная. Может, там вторая фаза у нее... Что-то еще будет. О, это вообще не... Сейчас у него... Не отнимались хп. Вот да. Пытаюсь найти. А, вот он. Сейчас отнимается. Очень странный босс. Это даже боссом не назвать. Какая-то она не очень. А зачем я с этим сражаюсь? Я не хотел добить на халявку. Сейчас же третий появится. Да, да, да. Мне нужно ту дурочку искать. А, это фейк. То есть тут еще есть не настоящая. Как настоящая. Осталось 3 удара всего лишь. Находим, убиваем. Дай. О, здрасте. Не-не-не-не-нет.
Не, лучше выпью, лучше выпью. Там взрывы идут какие-то дикие. Дальше уже подходишь. Можно издалека сильной атакой попробовать. Блин. Да, взрывы, взрывы, взрывы. Причем она и своих тоже мочит. Этим взрывом своим. Ну, отхиляйся немножко, ну. Все, теперь ищи ее здесь. Вот она. Да. Все? Ну, как-то очень-очень странно. Ну, вроде... А, вон, вторая ведьма. Понятно. Вторая ведьма. Вторая ведьма, это которую я типа бил, но она... Но у нее не это самое. ХП не показывало, что отнимались. Может, там в принципе масса ведьм. Три, например. Я встречал только двоих. Так, у нас заканчиваются немножко... ХПшечки, поэтому... О, слушайте, они друг друга воскрешают. Ну, ХП. Ай. Это убили, выпили. Он вторая кастует. Ай. Ай. Не-не-не-не. Назад. Блин, сколько же тут-то. Так, вторая минус. Все? 11800. Знаете, ни в какое сравнение вообще с боссом той собакой не идет. Никакого. Тут их три было, говорят? Ясно. Это изичный босс. Ну, естественно, изичный. Я без это самое тупил, бегал, там с кем-то сражался. Так, давайте посмотрим. Во-первых, тут у нас переход есть. 29к, в конце концов. И можно продать же этот еще ж. Можно продать кукольный сет. Наверное, сейчас напоследок я пойду на собаку. Единственное, что мне так хочется с копьем на нее идти, потому что копье и прогрейженное, и самоцветы по это самое лучше. Но там же хрен, блин, попадешь. Погоди, не собрал самое главное. Самое главное. Есть такое. Наверное, что-то я там забыл. И сколько этот сет-то стоит кукольный? Семь тысяч. 14 тысяч. Армор. Перчатки 7, и это 7. 64 кадуш. То есть я сейчас могу спокойно прокачать до 15 тайну и поставить себе... Раз, два, три. Теперь я смогу поставить этот кость... Кость, которая дает баф на перекаты. Да. За 4 пули. Неограниченное использование. Хорошо. Штуку для урн забыл.
Спуск за ведьмами. Сейчас. Там еще же самоцвет у меня новый появился. Хотел посмотреть. Вот он, физатака. 4,2. Плюс 60. Очень даже неплохо. Так. Давайте к ведьмам зайдем. Это раз. Потом на последнего босса это два. Единственное, что может быть, надо не пожадничать и тысяч на 10 бутыльков сейчас купить. Что прокачивать, я не знаю. Здоровье на софткап, ловкость на софткап. Веру вроде бы тоже до 15, этого должно хватить. Выносливость вроде бы... Так, вот она кость, кстати. Давайте юзнем ее. А, ну вот, пожалуйста. В Dark Souls было подобного рода кольцо. Перекаты. И у ворот лучше работают. Интересно, это есть в статусе? Не, вряд ли, конечно. Так, а я к ним пришел. Наверное, вот сюда нужно идти. Все, закончилось уже действие, кость. Непросто будет. Инструмент мастерской для рун. И вот как раз этот инструмент должен мне помочь, дать возможность ставить, вот, кажется, эти. Да, руны. Кэрилла. Максимальный объем пузырька крови, снижение физического урона, количество пуль, больше отголосков. Усиливает эффект временного превращения. Так что возвращаемся в сон охотника, идем к мастерской и смотрим, сколько вообще вот этих вот штук можно поставить. Плюс один бутылек, конечно, фигня. Больше опыта, да, наверное, как пассивный, такой универсальный, зайдет хорошо. Туши свет. Здесь должно быть. Что, нет? Нет. Может, вот здесь вот. Запомнить руну Кэрилла, чтобы получить ее мистическую силу. Количество пузырьков плюс 1. Пуль плюс 4. Физурон 3%. Больше отголосков. Тут 4 вообще доступно. Давай вообще снижение физурона. Время превращения. Что за руна? Чудовище из лабиринта. Трансформация. Слот карты памяти. Странный, конечно, такой перевод. Ладно, давай пузырьки. Как бы не было такого, что там по одной. Ну, вроде 4 или 3. 3 под руны и 1 против ковенанта. О, я же могу ковенант тоже поставить. У меня этого добра валом. 4-я руна. Да, навалом. Ни одного, судя по всему. Окей. Купи 880 пузырьков, чтобы не фармиться. А можно пару левелов взять. Непонятно, какие. Выносливость вроде не так важна. Это тоже лесом идет.
Нет, можно ловкость, на самом деле, потихонечку дальше качать. Понятно, что кап начинается. Но модификатор-то есть. Давай, 26 ловкость. Их надо заслужить тут, понятно. 59 пузырьков. Он убил ворону. Какую ворону? Вон, 21 бутылек. Подземная тюрьма. Осталось только сейчас пса убить. Но это будет сложно. Потому что сейчас, во-первых, я снова попытаюсь с копьем на него пойти. А это... Черные такие, много их не летает еще. Нет. Я их не встречал. Только маленьких встречал. Ворон. Ладно, беру пушку в две руки. Понятно, что медленная. Понятно, что все плохо. Но... С другой стороны... Удар будет сверху проходить. И может быть... Может быть, буду доставать. Вместо метки охотника я, пожалуй, кость все-таки старого охотника возьму. И желательно перед тем, как... В общем, юзнем ее. Работаем. Не попадая вообще нисколько. Реально не попадаю просто. Я 5 ударов нанес. Вот. Только один раз попал. У меня трости нет. Попробую сделать. Ой. Попробую все-таки. Да. Не, попадаем. Только сейчас удверяю. Опять же, встал. Ну. О! Да, конечно. И ни разу не попал просто. Такая жесть! И вроде как пушка хорошая. А толку нет, если не попадаешь. Ну нету толку. Но урон реально очень хороший. 1,5 раза выше, чем... Ой. Вторая фаза. Просто я нас так мажу. Давай в две руки, все-таки в две руки, а? Ну может получится. О! Он упал. Я просто побью. Это ошибка, конечно, но я просто бью. Поворачиваюсь, кстати, замечательно. В отличие от прошлого раза. Ой. Попал. Блин, застрял. Я не мог, кстати, встать. Я вроде жил. Нормально, 5 бутыльков снесли ему 3 четверти жизни. Сейчас возьмем, я думаю, эту... Тросточку и унизим его. Без таргета бей по ногам. Да там, как только ты таргет снимаешь, начинается такая вообще... Такой фарш. Просто. Просто фарш начинается. Но урон настолько не очень у трости. Не, я еще разок попробую с этим, с... Да, у меня трость еще не просто, она недогрейженная, там плюс 6, плюс 3, разница. Это
Так еще и самоцветы вообще никакие. Ну, вот в этом трае было что хорошо. Я очень долго бегал. Прям очень долго бегал. Кстати, не... Ай-яй-яй-яй-яй! Добегался. Ну, 6 я бутыльков потратил. Хорошо было то, что... Я очень много уворачивался от его ударов. Прям очень много. Огненная бумага есть, но 2 заряда. Это мне сильно не поможет. Я уверен. Скоро будет ФФА, держитесь. Осталось буквально босса убить. Это 1-2 трая максимум. 1-2 десятка траев максимум. Да. Да, класс. У того мои души были. Там душ таковых не было. Но жалко. Такой я пьяный мастер. Никак не могу прямо бежать нормально. Будешь повторять как ДС после первого прохождения челлендж без смерти? Нет. Не буду. Не хочу, не буду. Нет, без таргета это грязь. Пытался и вернуться. О. Ай. Косяк. Вот сейчас надо было выйти перед контактом. Ну, жадничаю. Я сильно жадничаю. Пропускаю серию ударов перед ним, не вовремя подскакиваю под него. Начинаю слишком часто атаковать. Нельзя, в принципе, делать серии атак. То есть надо делать атаку, потом через долю секунды атаку для того, чтобы просто отменить следующее, если ты видишь, там удар. Потому что если ты нажмешь раз-два, он ударит раз-два. И ты, соответственно, не сможешь перед этим два нажать на перекат. Вот в этом... Это вот старая моя ошибка. Жми кость, Миша. Да, она не сильно помогает. Там у него... От него довольно просто и понятно уворачиваться. Резист на электричество забыл. Там тоже не такая большая разница. Хотя можно попробовать поставить что-нибудь такое. Было 238. 177, да. Но я даже не заметил, что... Может быть, даже физ-резисты тут больше решают, чем резист от молнии. Потому что мне казалось, что он меньше начал меня бить. Вот взрыв-то точно электрический. Возможно, как раз против него и стоит этим. Потому что от него увернуться мне значительно сложнее. Да ладно. О, хорошо, я вернулся. Хорош. О, хорошо. Я пробовал по голове ему настучать. Но он... Не вижу. Вижу. Да ё-моё. Какой же он злой-то, а? Слушай, Миша, у тебя вообще все неплохо. Только вот... Не расслабляйся.
взрыв. Стремнусь. Давай косточку тогда. Ой, как? А почему ты не пьешь-то, Василий? Твою ж медь. Реально, я два раза нажимал на выпивание, он стоит просто на месте, и все. Все шло вообще хорошо. Я, наоборот, сейчас страховался в конце, чтобы выпить, чтобы было больше, чем чуть больше, чем половина жизни, блин. И уже не в первый раз такая хрень, что просто ты отступаешь, нажимаешь напить, а он ничего не делает вообще. То есть, в принципе, ничего не делает. Он не перекатывается, он не бьет, он просто стоит и не пьет. И это, конечно, проблема серьезная, потому что я не знаю, как так. Ну, как рассчитывать на эту штуку-то вообще. В большинстве случаев, да, все отлично. Но вот иногда, непонятно почему, происходит такая вот фигня. Может, не хватает немного концентрации, не выпил, окей, перекаты. Да, но там ситуация была такая, что... Не, ну, наверное, надо было попробовать на него перекатиться. Опять я не вовремя перекатываюсь. Сейчас вообще ловлю всем. Пропил. Перекат. Плохо. Как попал-то, а? Блин, да что ж ты не... По ногам вообще прекрасно заходит. Опять перестарался. Слишком рано перекатился. Тут начал пить до того, как отошел от него. Либо меньше времени проводить под ним, чтобы иметь любой момент... Да нет, надо просто бить по одному удару. По одному удару надо бить. Чтобы не было никакой серии. Потому что как только у тебя появляется... Как только ты начинаешь вот это вот бездумно бить, 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 шансов уйти от следующего удара или... Время, которое необходимо для того, чтобы убежать от этого АУЕ, оно значительно уменьшается. Таргет на туловище. Хорошо. Да, потихонечку, пожалуй, так и будем. Да, тут удар. Ой, плохо. Женя продолжает мучить пока на заднем плане. Да, не стоит торопиться, наверное, просто. Ай. У меня дистанция была
Блин. Да там таргет в другую сторону поставился, меня развернуло, блин, на 180 градусов и... Было круто. Сейчас опять. О! Сейчас повезло, конечно. Я уклонился от взрыва. 40% хп сняли. Делаю косточку. Я не перекатился под него. Не то. Перекрыл кнопку. Тут, блин. На кости я юзнул вместо хилки. Был неправ. Вот вы конкретно в этой игре мага нет. Но классов... Ну, это Dark Souls серия, несколько упрощенный вариант, насколько я понимаю, видоизмененный. То есть тут престов, магов, насколько я понимаю, нет. Ох, ты ж ежик. Он редко вообще так себе позволяет. Мне нужно хилку потратить сразу же первую. Ну, принцип мне, кажется, понятен. Не знаю, что там будет уже под конец, под занавес. Но основные темы ясны. Единственное, что эту вот атаку я никак не могу провести. Блин. Что пока тут ему... А, я не увидел удара. Сейчас был чардж, который я не заметил вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, конечно. Фу. Беда. Беда. Просто беда. Там надо для того, чтобы... Поехали. В какой-то веке переоденься на резист по электричеству, используя бумагу. Ладно, давайте сделаем с резистами по электричеству. Так, это уже с резистом по электричеству. Ернамский. Здесь обычный какой-нибудь. И вот так вот. Но бумагу... Какой смысл бумагу юзать, если у меня этих зарядов всего две штучки? Вряд ли молнии я смогу. Хотя, кстати, можно проверить. Вдруг у него нет резистов к молнии. У чудовища на молнии нет резистов к молнии. Никто не понимает, что ты с ними реально мучишь. Спроси свой босс, который многие убили с первого раза. Просто возьми пилу и убей. Нет. Я буду мучиться. У меня свой путь. Бумагу можно покупать? Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то не работает. Что я делаю вообще? Какой факел? Какой... Что? Блин. Тарк. Я... Блин.
Что это за какие-то у тебя? Какой сгусток, кость? Здесь кость стоялся бы не. Таргет еще. Ну, работал. Пару ударов прошла. Ну конечно, там застрял между рукой и головой. Да далеко я был, не мог выпей. Минус как раз копья в том, что я ни хрена не попадаю, находясь под ним. В этом плане та же самая трость, она лучше. Но для того, чтобы трость брать, мне нужно домой поставить там бафы на нее. По-хорошему, надо было ее тоже с плюсом сделать. Но... я не уворачиваюсь зачастую это так, просто потому что нахожусь достаточно далеко для того, чтобы одним подкатом вперед оказаться под ним. И вот уже несколько раз была такая хрень. Вообще нужно прям на него бежать, прям на него, прям вот в лобешник ему. Для того, чтобы ты гарантированно оказывался под ним, вне зависимости от того, что там за удар у него. Отличный. Вообще начало айс. Да-да, прям на него прыгай, учитывая то, что эта штука... почему ты с одной руки-то бьешь? Господи, как я... как я бешусь там? Реально, зачем я с одной руки-то бью? Да возьми в две руки. Застрял? Ну, так хочется джойстик сломать, а? Вы бы знали. Привет, мне нравится этот босс будет экспертом. Да уж, да уж. Константин Зимин, ФФА будет после этого босса, как только убьем. Если убьем. Так что, может быть, ФФА сегодня не будет. Запаситесь терпением. Побежали. Только после его смерти. 2-3 трая максимум. Я же сказал 1-2 трая. Память подводит. Блин. Ну тебе ведь хватит пары часов на него. Не знаю. Не принимая поспешных решений, подаваясь на провокацию одного человека в чате. Кого? Ай. Да сзади надо находиться, чтобы такой хрени не было. Сзади, блин. И не делать серии. По одному удару делай. По одному, Вась. Как ты меня... а вот это что за удар был? А, во-во, перебили мы ему.
Да я же отошел. Как много хп снова, видите? Ладно, бей уже. Все равно... Ой... Он задрал бы. Вообще не достаю я по нему с этим оружием. Ой, понятно. Нос чешется. Как же тяжело-то сражаться. Таргет поставь. О, ну давай по голове ему. Ну где? Опять положил. Заряжаться сейчас будет. Нет, нет, нет. Да бей, 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 бей. Ой, как больно-то. Да что ж так? Жесть. Да. Конечно. Добей. Есть. Наконец-то, блин. Наконец-то. Значок искрящегося охотника. Я тут искрился просто как... Ладно, двух боссов сегодня завалили. На самом деле надо разобраться по-хорошему, как, ну или там почитать, если будете проходить, каким образом он падает, вообще после какого количества урона, в какое место, что вот если ему перебить вот этот заряд, он пытается его остановить, и ты можешь продолжать его бить, и он продолжает падать, у меня дважды он продолжал падать, и это очень хорошо. О, господи. Да, это не обязательный босс. Я в курсе. А что это за штука-то дали мне? Значок друзей Арчибальда, чудака из мастерской церкви. А, ну сейчас в магазине что-то новое появится, скорее всего. Плюс тут еще какой-то проход. Погодите, сейчас сначала я миллион душ своих восстановлю. Чекпоинт тут зажгу. О, ну может еще сейчас третьего босса перед фа убьем какого-нибудь. Там говорит, я пропустил кого-то. Старый Ернам. Ладно, ладно, будем фа. Тут мы были, тут. Лут как раз взяли. Там изи босс, говорит, есть один. Серьезно? Прям изи?
Изи призи. Амелия называется, да? Ах. Не, ну видите, есть пушки неподходящие для определенных боссов. Потому что... Я хочу посмотреть, что там за новую пушку могут дать за него. Купить. Ружье, Людвиг, трость, хлыст, охотник. Не, ничего нового. Забиватель. Огнемет. Плащ Лары Крофт. Окей, ладно. На этом Dark Souls на сегодня закончился. Спасибо большое за внимание. Сейчас будет потихоньку свич в Warcraft.